вітання глядачам телеканалу ЗЕТ. Саме зараз в прямому ефірі оновлена програма «Здоров'я». Програма, яка допоможе кожному зберегти бадьоре, активне, а головне – здорове життя. І тема нашої сьогоднішньої розмови – щелепно-лицьова хірургія. Ми в студію запрошуємо гостей, які готові з нами вести відкритий діалог. І тому, шановні глядачі, ми запрошуємо всіх вас приєднуватись до нашої розмови. Саме зараз ви бачите на своїх телеекранах номери нашої студії, телефонуйте нам, задавайте питання, і ми обов'язково знайдемо на них відповідь. І я думаю, настала черга представити нашого сьогоднішнього гостя. Це лікар-хірург-стоматолог, кандидат медичних наук, завідувач кафедри хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету, завідувач відділення щелепно-лицьової хірургії, багатопрофільній лікарні «Віта-центр» Сергій Олександрович Чертов. Доброго вечора. Добрий вечір, Анна. Добрий вечір, зрителі. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І перед тим, як розпочався наш ефір, ви нам розказали, що буквально через декілька днів в ВІТА-центрі відкривається абсолютно нове щелепно-лицьове відділення. Ціле нове. І одразу хотілося б вас запитати, власне, в чому буде відрізнятися це відділення від, наприклад, такого ж відділення в 5-й міській лікарні, і чому, власне, пацієнтам варто звертатись саме до ВІТА-центру? Ну, прежде всего, нужно сказать о том, что в последнее время увеличилось количество пациентов с повреждением челюстно-лицевой области. И на это есть несколько причин. Главная из них следующая. Первая причина – это увеличение передвижных транспортных средств в личном пользовании наших граждан и, как следствие, увеличение дорожно-транспортных происшествий. И вторая причина, мы все о ней знаем, это наличие действующего военного конфликта на нашей территории, на территории нашей страны. И это ведет к тому, что у наших граждан увеличится количество огнестрельного оружия. И, как следствие, ранений в челюстно-лицевой области. Поэтому необходимость такого отделения, она, прежде всего, обусловлена тяжестью тех повреждений, которые может получить человек при таких травмах. Да, действительно, вы говорили о том, что 5-й горбольница, это на сегодняшний день Запорожская клиническая больница экстремальной медицины и скорой помощи, давно уже существует отделение челюстно-лицевой хирургии, и я в свое время тоже в этом отделении работал, но ее цель – это оказание неотложной помощи, ургентной мы называем, то есть помощи непосредственно в данный час и данный момент. Наше же отделение будет нацелено на оказание плановой, высокоспециализированной и высокотехнологической помощи. Именно помощь либо реабілітації тих пацієнтів, які в цьому нуждаються. Тобто до вас можуть звертатися люди, які вдома вирішили, що їм необхідна консультація щелепно-лицьового хірурга, так? І, власне, вони вас можуть знайти? В тому числі і такі пацієнти. Угу. А давайте більш детальніше поговоримо про послуги, які будуть надаватися у вашому відділенні. Я би виділив кілька направлень. Ну, безусловно, перше і головне – це травми і повреждення челюстно-лицевої області. Це переломи верхньої і нижньої челюсті, які могли случитися вследствие либо каких-то бытових травм, либо вследствие тех же дорожно-транспортных происшествий. В этом направлении мы применяем достаточно современные методики синтеза челюсти и продвинулись в этом вопросе достаточно успешно. Ответил бы также такое направление, как удаление на образование челюстей и кожи лица. Безусловно, важным направлением является стоматологическая имплантация. Но имплантацию стоматологическую делают во многих учреждениях. Наша задача – это предимплантационная подготовка, то есть наиболее сложные случаи атрофии и недостатка костной ткани. Хотел бы отметить также направление детское – это устранение врожденных расщелин верхней губы и неба. Есть дети, их большое количество, которые рождаются с такими патологиями, и эти дети заслуживают особого внимания. Это направление у нас курирует заслуженный врач Украины Александр Алексеевич Масейко. И я ему благодарен, что он у нас в команде, потому что у него накоплен огромнейший опыт в этом направлении. 40 лет он помогает таким детям.
Хотел бы еще, как такое, скажем, перспективное направление отметить, это ортогнатическая хирургия, устранение скелетных аномалий и грубых нарушений прикуса. Ну, до речі, ви зачепили трохи вже цю тему. Власне, мені здається, що всі глядачі розуміють, коли ми чуємо слово «щелепно-лицьовий хірург», ми розуміємо, що це така більш ускладнена стоматологія, так? Власне, які методи відновлення зубів будуть використовуватись саме в вашій клініці? Вот, спасибо за вопрос, потому что многие пациенты знают о стоматологической имплантации. И немногие понимают в конце суть этой процедуры. Дело в том, что самый главный вопрос, который задают мне пациенты, что же лучше, стоматологический имплантант или мастовидный протез на своих зубах? Имея 20-летний опыт в этом направлении, я вам скажу однозначно. Лучшим вариантом восстановления зубов, отсутствующих зубов, является, конечно же, стоматологический имплантант. Недопустимо в сегодняшних современных условиях допускать обработку здоровых зубов ради восстановления отсутствующего. Этого не должно быть в современной практике. И хотел бы еще, конечно, отметить, сказать о съемных протезах. 50 лет назад человечество не могло решить эту проблему. Люди не могли пользоваться съемными протезами с плохой фиксацией. А давайте залишимо съемные протезы. Мы трохи пізніше про них обов'язково поговоримо. Просто хорошо. У нас є телефонний дзвінок в студію. Алло, доброго вечора. Алло, алло. Так. Доброго вечора, як вас звати? Так, Андрій. Андрій, дуже приємно. Добрий будь вечір, ласка. Андрій. Слухаємо ваше питання. Ну, що зрозуміло, що пропонується штучне поновлення за рахунок імплантів, там, якихось штучних елементів скелету та іншого. Але людина ж залишається інвалідом на все життя. Кому це потрібно? Існують способи, методи, які було запропоновано академіком Борисом Васильовичем Болотовим, регенерації тканей внутрішніх органів. І ви ж не вмієте цього робити. Навіщо ви пропонуєте те, що людину залишає інвалідом на все життя? Чому ви не застосовуєте ті засоби, які запропоновані? Дякуємо за запитання. Дякую, ми почули ваше питання. Отже, Сергію Олександровичу, прошу. Ну, я не соглашусь з Андрієм, тому що, в общем-то, він підняв питання о моментах, які ще в доказательній медицині не мають определенних основ. А восстановительная терапия в настоящий момент – это достаточно сложный комплекс мероприятий. И начиная от реконструктивных операций и заканчивая психологическим восстановлением личности после, например, тяжелых ранений челюстно-лицевой области. Мы же исповедуем такой подход, который основан на принципах доказательной медицины. То, что уже прошло проверку во многими годами и во многих странах. То есть мы используем отлаженные технологии. Я думаю, это имеет большой смысл. Ну, в принципі, так і є. Тобто ми завжди перевіряємо, так, власне, перед тим, якщо застосовувати. Я сподіваюся, що, пане Андрію, наша відповідь вас влаштувала. Ну, я не думаю, що мій відповідь його устроїв, однак... Ну, але ми можемо далі продовжити нашу розмову. Більш длительна дискусія. І, власне, ми з вами зупинились на імплантації зубів, так? Ми з вами говорили про це. І хотілося б запитати, от, бувають досить часто такі випадки, особливо у людей більш старшого віку, про те, що коли не вистачає кісткової тканини для того, щоб відбулася імплантація, як ви будете боротися з цією проблемою? В таких случаях используются различные методики наращивания костной ткани. И они давно применяются во всем мире, где-то с 80-х годов прошлого века. В моей личной практике они присутствуют где-то примерно до 2003-2004 года. На сегодняшний день эти операции хорошо отработаны по увеличению костного объема. И здесь нужно сделать вот на чем акцент, на мой взгляд. Стоматологическая имплантация, она распространена во многих странах и используется многими врачами, и у нас в городе в том числе.
І багато клінік предоставляють таку услугу. Но только в тех случаях, когда для этого есть хорошие возможности кости. Однако во многих случаях такие возможности отсутствуют. Присутствует атрофия и есть необходимость восстановления костной ткани. И здесь, в этом процессе, конечно, должны быть задействованы специалисты высокого уровня, подготовлены специально. И, безусловно, должна быть хорошая инфраструктура. Та инфраструктура, которая располагает многопрофильная больница «Вита-центр», где мы можем реализовывать такие операции. Несомненно, это все происходит в сотрудничестве с университетской клиникой и с Запорожским медицинским университетом. Все сотрудники нашего отделения, они являются сотрудниками кафедры хирургической стоматологии, поэтому инновационные разработки внедряются и в нашем отделении, в том числе, скажем так, все те, которые присутствуют и в мировой практике. Чудово, у нас знову є телефонний дзвінок. Дуже приємно. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Подскажіть, будь ласка, так вийшло, що півгода назад мені удалили два зуба. Можу ли я вже обратитися за допомогою ставити імпланти? Є ли якесь обмеження по часу, яке треба пройти? Через півгода вполне можливо встановлювати імплантанти. Я скажу да больше, иногда мы удаляем зуб и одновременно с этим устанавливаем стоматологический имплантат в тот же день, в то же посещение. Но не во всех случаях это получается. В случаях, когда замечаются многокорневые зубы, лучше отсрочить, отложить имплантацию приблизительно на 5-6 месяцев. Так что в вашем случае это вполне уже уместно делать. Ну, але це, знову ж таки, все індивідуально, так? І... Безусловно. І, звісно, після консультації, і після обслідування вашої челюсті. Угу. Ви вже, знову ж таки, зачіпали тему сучасних технологій, так повз проходили, а хотілося б запитати більш точніше, які сучасні технології будуть використовуватись в новому відділенні щелепно-лицевої хірургії? Я би хотів би відмітити такий підход, як віртуальне планування операції. Тобто, на сьогоднішній день цифровые технологии зашли во все сферы нашей жизни. И, конечно, не обошли и медицину в том числе. На сегодняшний день мы имеем уникальные возможности обследования пациента и планирования операции. То есть, скажу вам просто по-другому. Используя данные компьютерной томографии, используя данные внутриротового сканирования зубов, мы получаем достоверные сведения о форме зубов, о строении челюсти. Если мы эти данные запустим в определенную компьютерную программу, то вполне можем сделать виртуальный анализ, виртуальное планирование каждой конкретной операции уже еще перед началом ее проведения. И кроме того, с помощью данных технологий мы можем создать на 3D-принтере создать макет или модель челюсти человека, модель черепа человека, что позволит хирургам провести манипуляцию, например, с распиливанием челюсти, либо с установкой имплантанта заранее на этой модели. А кроме того, создать нам определенные инструменты, так называемые хирургические шаблоны, которые позволят провести эту процедуру максимально точно, максимально в тех участках, где мы ее запланировали, что облегчит течение послеоперационного периода пациенту, ну и, конечно, сроки пребывания его в нашем отделении. А пациенты будут ознайомлюватись с этими виртуальными операциями? Безусловно. Безусловно. Все пациенты, всем пациентам предварительно проводится расширенная консультация с привлечением ни одного специалиста. Привлекается иногда в некоторых случаях специалисты смежные. Это лор-врачи, это врачи-ортодонты, которые занимаются выравниванием зубов, врачи-ортопеды, которые занимаются протезированием. И после такой комплексной консультации мы выдаем соответствующий план лечения пациенту, согласовываем каждый этап пациента. То есть идет психологическая подготовка пациенту. И, конечно, пациент готов, не готов, а выбирает из тех вариантов, которые мы ему предлагаем. То есть он полностью участвует в этом планировании и вправе что-то либо внести там свои предложения в том числе.
Досить часто, до речі, ви от згадали про психологічну підготовку пацієнта. Досить часто, мені так здається, і моїм оточуючим те, що похід до стоматолога, особливо до щелепно-лицевого хірурга, викликає багато страху, багато сумнівів, багато внутрішніх переживань. Так от, власне, наприклад, якби я завітала до Віта-центру, так, прийшла до вас і сказала, що мені потрібна ваша допомога, як би ви заспокоювали мене, які існують методи знеболювання і навіть от психологічні допомоги пацієнту? Ну, Анна, прежде всего, я вас бы принял бы с улыбкой и доброжелательно. Конечно, каждому пациенту нужен определенный подход. Мы давно должны отказаться от тех стереотипов, которые сложились когда-то у нас с медициной еще советских времен. Безусловно, сейчас такого не должно быть. Между врачом и пациентом должны складываться настолько доверительные отношения, потому что пациенты доверяют нам самое дорогое – это свое здоровье. А иногда здоровье своих близких, своих детей, что еще, наверное, важнее, чем свое собственное. Поэтому, безусловно, он должен ориентироваться во всех аспектах своего лечения, от начала и до конца. И мы ему всегда это предоставляем. Но есть часть пациентов, которые, конечно, хотят полностью абстрагироваться от происходящего во время самой процедуры. И на этот счет у нас есть различные подходы в обезболивании. То есть есть общее обезболивание, насколько вам известно, но есть еще такая процедура, как медикаментозный сон, когда во время сна мы можем провести любую процедуру, начиная от удаления зуба и кончая более сложными операциями по синтезу челюстей. То есть в этот период пациенту не вводятся наркотики, он дышит самостоятельно, он просто пребывает в состоянии сна. Это очень безопасное, контролируемое состояние, выгодное і удобне як для пацієнтів, так і для оперуючих хірургів. А чи є якісь протипоказання проти цього медикаментозного? Ну, безусловно, це вже деталі. Звісно, є і моменти, коли ми такий варіант не можемо примінити до кінця. Але більшість операцій ми стараємося проводити іменно під стані медикаментозного сна, в стані седації. Це комфортно, ще раз підчеркну, для пацієнта. А досить часто, мені здається, от людина хвилюється навіть не за сам перебіг операції, бо ми зрозуміли, там людина засинає, так, прокинулась, а власне період реабілітації. Як ви підготовлюєте пацієнта до цього? Власне, скільки може тривати цей період, ну, в таких найрозповсюдженіших проблемах? Ну, наше відділення настроєно, звісно, на оказание такой помощи, чтобы пациент находился в клинике не больше 2 суток. Угу. Все-таки нужно понимать, что мы оказываем ту помощь, ту плановую помощь, которая не располагает, скажем, каким-то травматическим процедурам. С учетом, скажем, тех технологий, которые мы применяем, я уже говорю, виртуальное планирование, любую манипуляцию сделать, можно сделать максимально малотравматичной. И это не вызовет у пациента каких-то больших и длительных расстройств состояния здоровья. Но, безусловно, вы правы в том, что пациенты находятся в послеоперационном периоде в определенном стрессе, как до, так и после. И здесь, конечно, важно, огромное значение имеет окружающий персонал пациента. Это люди, которые обеспечивают ему комфортное пребывание в отделении. Это средний медперсонал, это те врачи, которые его, можно сказать, обслуживают. Поэтому цель, или, скажем, цель сегодняшней медицины – это не только оказание медицинской помощи, как это было раньше, но это должно выглядеть как услуга, как помощь, как, скажем, добропорядочные и доброчестные отношения с пациентом. Вот такой стереотип поведения мы планируем выстраивать в нашем отделении. Я думаю, что это будет хорошие условия для пацієнтів нашого регіону, нашого міста, нашої області. Ну, все-таки це робота з обличчям. От знову ж таки, повертаючись до реабілітації, мені здається, досить складно повірити в те, що, от, наприклад, якщо була якась складна операція, і через 2 дні ти повертаєшся додому, але вдома триває цей процес реабілітації, так, уже налаштований на те, що в тебе все буде добре, лікарі мені допомогли.
допомогли, так? Анна, ну, нужно понимать, что пластическую хирургию нужно отделять от функционального восстановления челюстно-лицевой области, от реконструктивных операций. Угу. Другими словами, есть пациенты с разными целями. Есть пациенты, которым необходима эстетика лица, а есть, которым нужна функция жевания. И все-таки давайте остановимся на том, что первоочередная – это функция жевания. Да? Mm-hmm. А есть определенное направление пластической хирургии. Это как перспективное мы рассматриваем, но в данном случае мы сосредоточены именно на челюстно-лицевой хирургии, на функциональном восстановлении функции жевания и всієї челюстно-лицевої системи. Ну, зрозуміло. Власне, мене завжди хвилювало таке питання, в чому різниця між щелепно-лицевою хірургією, пластичною хірургією і, власне, стоматологією. От, ви дали відповідь на це питання. Да. Я нарешті зрозуміла, в чому така різниця. Функція естетика лица, функція естетика челюсті. Угу. Тут, до речі, нам прийшло повідомлення. Зараз ми його відкриємо. Поки я його відкриваю, давайте поговоримо про таку, знову ж таки, широку тему, яку ви трохи окреслювали в нашій вже розмові, але розкриємо її більш докладніше. Це дитяча щелепно-лицьова хірургія. Чи буде допомога дітям? І, власне, наскільки ви розраховуєте на те, що діти зможуть у вас лікуватися? Ну, это особая тема, конечно, она не должна быть пропущена. И меня очень эта тема беспокоит по причине того, что те наработки, которые длительное время были у нас в городе, благодаря деятельности уже упомянутого мною Александра Алексеевича Масейко и профессора Бердюка Игоря Васильевича, они в настоящий момент несколько утрачены. То есть те наработки в плане восстановления несращение губы, врожденных патологий, несращение неба. В данный момент в нашем регионе не отрабатывается так, как следует. И основным и главным, скажем так, задачей нашего отделения будет возродить то, что было у нас. И с этой целью с нами находятся как раз те люди, которые имеют огромный опыт в этом. Восстановление их функции – это одно, но этот ребенок еще требует в последующем работы с психологом, работы с специалистом по речи. Поэтому это такой достаточно сложный, комплексный вариант реабилитации. Но я думаю, что мы будем осуществлять его, я думаю, достигнем в этом определенных успехов. Но еще одно направление работы с детьми – это устранение, или, скажем так, удаление сложных зубов мудрости у лиц подросткового возраста. Когда дети наши хотят выровнять зубы, mm-hmm. то иногда есть необходимость удалить все восьмерки. Они, бывает, не прорезаются, и само удаление этого зуба представляет большую сложность. Мы наладили, или, скажем так, отработали механизм удаления всех восьмерок в одной операции. И это, я считаю, достаточно удобный вариант. Под общим обезболиванием пациент удаляется все четыре восьмерки, у него нет никаких психологических переживаний по поводу там, последующих процедур. Я считаю, это вот достижением вот в подходе к этому вопросу. Ну, власне, знову ж таки, повертаємось до теми того, що це новітні технології в вітацентрі, правильно? З чого ми починали нашу розмову, які нові методи будуть введені в вас? Безусловно. Так, і в нас є повідомлення від пана Юрія з наступним питанням. Яка гарантія на встановлені імпланти? Юрий, спасибо. Это классный вопрос, на который бы я хотел бы ответить. Дело в том, что критериями успешной имплантации во всем мире принято 95% прижившихся имплантантов. То есть, если у врача приживается 95% имплантов, это успешная практика. Это общепринятое. Но существуют же те 5%, при которых импланты не приживаются. И этого не нужно бояться. Нужно просто понимать, что прикрепление имплантанта бывает двух типов. Бывает истинная остеоинтеграция, когда он срастается с костью таким способом, что его невозможно впоследствии выкрутить. То есть это есть надежный вариант фиксации имплантанта. А есть ложная интеграция, когда между имплантом и костью образуется сложность.
слой фиброзной ткани. И такой имплантант имеет некоторую степень подвижности. Ничего страшного я в этом не вижу. Такой имплантант можно взять, выкрутить и заменить на другой. Если происходит это, то в нашей клинике данная процедура замены импланта на другой проходит по гарантии. То есть пациент не производит дополнительные какие-то траты, оплаты. И это есть наша гарантия. То есть если мы пообещали, что этот имплант будет стоять, то, безусловно, даже в случае возникновения каких-то проблем мы сделаем так, что повторное проведение операции успешно закончится. Тобто людина гарантовано отримує те, за чим вона сюди йшла. І це ми обговорюємо з кожним пацієнтом зарані. Тоді пацієнт, навіть в случае неудачі, яка так или иначе у нас возникає, безусловно, воспринимает ее не так трагично, да? То есть он знает, что врач понимает, что делать дальше, как эту ситуацию исправить. Поэтому такие случаи, конечно, бывают, и они пациентам гарантированно заміняється. Дякуємо, шановні глядачі, що ви приєднуєтесь до нашої розмови. Ну і наостанок хотілося б запитати вас про такі профілактичні заходи. Що б ви порадили робити нашим глядачам, щоб як можна менше звертатись до щелепно-лицевого хірурга? Спасибо за вопрос, Анна, потому что это очень-очень важно. Самым важным мероприятием это является гигиена полости рта. И, конечно, мы сейчас вот рассказываем о том, как замещать свои зубы, но лучше не допускать их утерю. Это первоочередная задача. И во многих странах, развитых странах Европы, этот вопрос достаточно хорошо решен. Самое главное – это личная и профессиональная гигиена полости рта. Личная подразумевает уход за полостью рта два раза в день с помощью зубной щетки, зубной нитки или какими-то другими способами. А профессиональная гигиена подразумевает посещение гигиениста, специалиста по уходу за полостью рта один раз в полгода. Это снятие зубных отложений, это профилактика заболеваний десны. Ну, такая процедура должна проходить раз в полгода. Но самым добросовестным пациентам я настраиваю хотя бы раз в год. Придите в клинику и проведите процедуру снятия зубных отложений. Тогда вы сохраните свои десны и свои зубы на длительный период. А як бути з дитячими зубами? От, наприклад, ви говорили про ті ж врослі корінні зуби. Чи є якась профілактика такого, щоб це не відбувалося? Чи це просто от природа так склалася? Ви праві в тому, що атака від природи вийшла. Тому що зараз йде редукція нашого лицевого скелета. Якщо наші предки вполне могли мати 8 зубів, а може бути, коли-то і 9, то зараз місця для розположення восьмерок нету. І така проблема, вона существує у нинішнього покоління. Я сподіваюся, що через 2-3 покоління не буде восьмерки, і зникне сама така проблема. Але в настоящий момент для того, чтобы как-то скорректировать прикус у ребенка, конечно, необходимо в определенные сроки его развития, это в 4 года, это в 7 лет, это в 13 лет, тогда, когда формируется молочный прикус, когда формируется постоянный прикус, его нужно показать такому специалисту, как врач-ортодонт, стоматолог-ортодонт. То есть врач, который занимается исправлением прикуса и занимается исправлением позиции отдельных зубов. Думаю, это наилучшая будет профилактика для наших детей. Тож, я сподіваюся, глядачі, ви почули, що краще зберігати своє здоров'я, ніж потім його лікувати. І Сергій Олександрович нам це знову ж таки підтвердив. І давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, що ми говорили про щелепну лицеву хірургію. Власне, нагадаємо про те, що в Віта-центрі послуги, які от основні послуги, я прийшла в Віта-центр і отримую від щелепно-лицевого хірурга. Загальний огляд і... Общий осмотр, это консультация по поводу вашей зубочелюстной системы, выявление всех проблем, которые существуют с деснами, с зубами, не дай бог, с вашими челюстями, это составление плана лечения и на ваш анализ. А в дальнейшем вы сами вправе, какие действия и где проводить. В Вита-центре можно провести диагностику ваших челюстей, сделать соответствующее обследование компьютерное, соответствующее обследование интраоральное, сканирование челюстей и, скажем так, получить полную достоверную информацию о состоянии ваших зубов и челюстей. А дальше вам решать.
Дякую вам, Сергію Олександровичу. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з хірургом-стоматологом Сергієм Олександровичем Чертовим на тему щелепно-лицьової хірургії. Ми сподіваємося, що наша розмова багато кому знадобилась корисною інформацією. І, власне, на цьому все. А рівно за тиждень о 18:30 ми вже з вами будемо спілкуватись про суглоби. З вами була я, Анна Миронова. Бажаю вам завжди залишатись здоровими та щасливими. До побачення!